Одесская мэрия борется с незаконными строениями на побережье. Выборочно. С большой помпой на пляже Отрада было демонтировано 4 будки. На просьбы журналистов и общественников пройти несколько десятков метров и проинспектировать пляж начальник профильного ведомства ответил отказом. Причем не очень корректно. По словам чиновника, это не входит в его должностные инструкции. Подробности знает Алия Замчинская. Демонтировать будки оказалось не так просто. Над одной из них проходят линии электропередач. Казалось, мафы как могут сопротивляются сносу. Эти объекты отсюда будут демонтированы на штрафплощадку управления торговли на том основании, что они здесь стоят без документов. На вопросы журналистов о том, какая судьба ожидает другие, порой более фундаментальные строения, чиновник фактически не ответил. Буквально за его спиной настил на песке двухэтажная веранда. Однако Николай Комков не захотел проверить документы сомнительных объектов. Если на них нету разрешительных документов, то... Девушка, вы не президент Украины, вы не можете делать выводы, могут быть документы или нет. То мы предлагаем вам, как чиновнику, пройтись вместе с общественностью и журналистами и, например, вот на Ланжероне попросить документы, вы уполномоченное лицо в этом вопросе, и попросить документы на какие-то те же настилы, на которых сейчас ведется торговля уже. Как только я буду получать зарплату за следственные эксперименты и за реализацию РАЦ-предложений, я мгновенно этим займусь. Активисты пытались привлечь внимание чиновника к объектам, находящимся в непосредственной близости. Идти туда нужно было не более 2 минут. Хотя бы два незаконных объекта. Я понял. Все, до свидания. А посмотреть действительно есть на что. Вот, например, строительство 3-этажного здания. Напомним, согласно действующему законодательству, от кромки воды до фундаментального строения должно быть расстояние не менее 100 метров. Но мэрия занята сносом 4 будок. У общественников свое мнение о причинах такого избирательного демонтажа. Они считают, что управление торговлей просто расчищает место для новых мафов. Они делают сейчас, будто мы чистим город. Они чистят, они город. Раньше платили... Милиции платили, предприниматели платили тем, там, тем. Сейчас именно все деньги уходят в управление торговлей. Все. Не поставишь ты будку с разрешения, без управления торговлей. Сносятся будки все. Есть разрешение, нету разрешения, сносятся все. Именно они с этим, чтобы заставить купить ихние будки. Ихние будки на данное время стоят приблизительно 10 тысяч. Одесситы же могут только констатировать. Сегодня набережные и пляж напоминают филиал дешевого рынка, утыканного в разнобой будками и палатками. Здесь я пытаюсь пройти по морю, вот я вышла, пройти невозможно. Невозможно. Более того, если ты лежишь, на тебя ставят топчан нагло. Понимаете? И еще начинают матом, а пенсионеров можно пускать? А грузчик, который ему разгружает, говорит, не посылай их туда-то. Кто ты вообще такой? Это мое, так сказать, моя природа. На прошлых выходных одесситы самостоятельно снесли незаконную летнюю площадку. Но что толку, если по соседству тут же строят аналогичную? Милиция, которой здесь достаточно, никак не реагирует. Когда этот беспредел происходит, ты видишь, что никакой реакции нет, другого выхода у нас нет, как вот этот самосуд, когда мы сами сносим. Настроение в обществе есть такое, чтобы ходить и сносить, потому что чем дальше, тем мы видим, что ни одного свободного места, где никакой набережной, о которой мы уже говорим 20 лет, у нас нет. Все эти проблемы могли бы решить новые пляжные правила. Однако разработанный общественниками документ, защищающий права одесситов, городской властью был проигнорирован. Алия Замчинская, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».